Дунайская областная больница является одним из ведущих медицинских учреждений Измаила, которое уже много лет оказывает профессиональную квалифицированную помощь жителям Придунавья. Идя в ногу со временем, Дунайская областная больница обновляется и технично закупая новое высокотехнологическое оборудование. Областная госадминистрация детская подала австрийской фирме ВМЕД перечень больниц областного подчинения для реализации совместного проекта, который направлен на улучшение качества медицинского обслуживания жителей Одесской области. Данная фирма занимается гарантийным и послегарантийным ремонтом, поставкой запчастей и расходных материалов на все виды медицинской техники и оборудования. У этой фирмы ВМЕД штаб-квартира находится в Австрии, есть филиалы в 90 странах мира. И они очень плотно хотят зайти на Украину. Для этого они заключили договор с Одесским политехническим институтом и берут под свое крыло успешных студентов в последних курсах, натаскивают для того, чтобы они могли обслуживать всю медицинскую технику, которая находится на юге в Украине. Из всех больниц, предложенных облгосадминистрацией, было выбрано две клиники. Это институт Филатова, город Одесса, и Измаильская областная Дунайская больница. Две недели назад приезжал их генеральный менеджер Матис, и два дня назад приехали уже инженеры, которые провели обследование всей медицинской аппаратуры. Они проводили техническое состояние, легальность установки ее, правильность эксплуатации. Также их очень интересовало все коммуникации. Вода, электричество, вытяжки, персонал, который работает на этом оборудовании. За три дня австрийские специалисты собрали все необходимые данные о техническом состоянии медтехники для дальнейшего осуществления сервисного обслуживания. Одна из причин, наверное, то, что мы попали, это отделение гемодиализа и реперфузии, потому что фирма ВМЕД – это официальный представитель и дистрибьютор немецкой компании Fresenius, а у нас есть диализный центр, где находится у нас, лечится на лечении 48 больных, и все оборудование фирмы Fresenius и расходники тоже фирмы Fresenius. При заключении договора с данной фирмой медучреждение будет иметь возможность производить закупки расходников напрямую, что практически в два раза дешевле, чем на рынке Украины. Я думаю, что мы повысим свою финансовую конкурентоспособность, и мы сможем повысить тогда зарплаты, и высвободившиеся деньги можем направить на медикаментозное поддержку диализных больных, потому что они у нас очень тяжелые, а денег, которые дает НСЗУ, катастрофически не хватает, просто не хватает. Срок действия данного соглашения – 2 года. Техническому обслуживанию будет подлежать вся медицинская техника и оборудование Дунайской областной больницы и поликлиники, включая кислородную станцию. Ксения Переверзева, Дмитрий Карачебан, Бессарабский медиахолдинг.